Хобо! Стоямбо! Сегодня будет серия про телохранителей. Я смогу замораживать и останавливать время. Хобо! Прямо сейчас ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. А ты хейтер, тебе хана. И, друзья, напишите, кем бы вы хотели стать. Опа! Увернулся. Стрелы-то заморожены. Я тебе сейчас нападам. В общем, друзья, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И сегодня будет серия про телохранителя, где я буду помогать опять слабым. Вам же понравились две прошлые серии. И сейчас я с ним разберусь ради вас. Чисто, смотрите, оп, остановил. И такой, слышь, братан, на тебе, на тебе. Оп. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И сегодня я буду защищать слабых. Женя. Да. Срочное дело. Какое? Срочное. Какое? Нужен телохранитель. Срочно. Телохранитель? Срочно. Срочно? Так, ребята, срочно. ребятушки. Вы помните две серии, вы на них прям... Ну, вам очень это нравится, интересно. Так, ну что ж, хорошо, буду твоим телохранителем. Для этого мне нужно будет переодеться. А ты как понял, что телохранитель нужен мне? А, ну, тут больше никого нету, жители там стоят. Другие жители тут стоят. Переодеться. Давай. Так, все, отлично. Так. Не, я, как видишь, не знаю, может, ей нужен телохранитель. Не, мне. Все, хорошо. Нубик, вам не нужен телохранитель? Нет, не нужен. Ну ладно. Ему тоже не нужен. Все, отлично. Тогда все, переодеваемся и выдвигаемся на спецзадание. Так, все, отлично. Сейчас. Оп, переодеваемся. Итак, агент Евген Бро готов к вашим, так сказать, услугам. Так, сможем организовать четкую охрану? Вау, просто вау. Ну, хорошо. Значит, меня нужно защитить. Очень Всё. Срочно. Отлично, тогда нужны пушки. Так, компаньон Нубик, вы как, с нами или не с... А, ну-ка, пойдем. За мной. Айс. Так, ну что ж, сейчас, короче, нужно будет все равно в любом случае пушечки для такого, значит, серьезного дела. Потому что, ребята, третья серия сейчас будет жесткая. Мне надо будет спасать Ди от всяких реально неприятностей. И мне потребуется полный набор. Всегда спускаемся в наш бункер. Я напоминаю, это третья часть. Все, отличненько. Берем. Что слушаем? На этот раз нужно спасать от хейтеров. Ну, как и, впрочем, всегда. Все, отлично. Так, ну что ж, обмундировываемся, ребята. Берем все вот эти штуки, и я напоминаю, что у нас есть особое еще устройство. Смотрите. Короче, если я нажимаю, то все останавливается. Смотрите, бринг. Смотрите. Женя, да. Разблокируй меня, что за происходит, я не могу двигаться. Смотрите, время остановилось, то оно останавливается реально для всех. Я смогу, короче, спасать Ди. Так, время, хоп, отжалось. Ой, спасибо. Все, пойдем, короче, теперь сейчас, короче, проверим. Чисто, смотрите, сейчас, ребята, попробуем проверить, сработает ли данное устройство по защите. Если сработает, то это будет самая крутая разработка телохранителей. Ты как, идешь? Я иду за тобой. Что это такое за устройство? Оно умеет останавливать время. Сейчас, короче, проверим. Проведем эксперимент. Мы найдем какого-то хейтера. О, я, кажется, впереди вижу. Теперь ты иди, беги к нему. Только аккуратно. Нет, медленно подходи. Иди вон, видишь, у березы стоит. Можно? Так, аккуратненько. Замедляем время. Так, вот попробуем чуть-чуть подальше отойти. Сейчас мы проведем эксперимент. Чуть подальше. А, да, сейчас так. Ну-ка. Оп, разморозил. Так, я сейчас отбегу. Короче. Сейчас вот, по идее, должен сагриться на тебя и... Вот, отлично, так. Теперь, короче, берем и попробуем спасти Ди. Так, строим, короче, стену. И, ребятушки, по идее, все это должно просто удариться в стену и не задеть Ди. Сейчас проверим, короче, так. О, прям, знаете, максимальная защита, так. Отжимаем. Да, они прям в стену, прикинь. Офигеть. О, я поставил режим, чтобы, короче, на тебя не действовало время. Все, прикинь, сейчас вот сделал. Смотри, офигеть. Так, давай сейчас проверим. Встань, знаешь, вот сюда, вот так вот встань. Хорошо. Мы попробуем чисто над ним поприкалываться. Так, кстати, ребят. Так. Нормас.
Снизу, спасибо, что ты сделал время, а то я дышать не могла. Так, отлично. Если я поставил режим, что теперь ты можешь двигаться, даже если все заморожены. Я могу дышать, да? Да. Лена, это мега круто. Смотрите, ребят, смотрите. Пинг. Смотрите, на меня агрится. А чё, не агрится? Опа, так. Аккуратно. Аккуратно, так, все. Ну и теперь, смотри, ты можешь отбежать, ты все, можешь выйти, не бояться, да. По привычке. И теперь все, смотрите. Да ну. Да не, он просто заморожен. Сейчас время отморожу и... А да, как? Слушай, это очень круто. Давай на новом посмотрим. Да покажи еще раз. Да, сейчас покажем, только... О! Сейчас, короче, сделаем мега крутое шоу. Сейчас я в этом магазинчике... Ой, в этом магазинчике. В этом доме кое-что возьму. Кое-что возьму секретное. Короче, будь тут и... Сейчас я приду. Так, окей, вылезаем. Все, есть одна штука. Пойдем быстрее. Какая штука? Смотри, сейчас покажу. Так, ребята. Бежим сюда и... Что? Подожди. Нет. Смотри, она прям здесь. Правда, я немного чуть выше, потому что... Смотрите, тут, короче, летят стрелы, тут летит, короче, эта штука. О, подожди-ка, ну-ка. Как? А как она так в воздухе повисла? Время заморожено. Покажи, а можно ее взять, типа, отсюда? Нет? Нет, сейчас, смотри. Смотри прикол, смотри, смотришь? Да. Так. А, подожди, они замирают в воздухе. А почему блоки земли в воздухе замерли? Потому что время остановлено. Даже лава, смотри, не растекается. Она не растекается. И теперь, смотрите, я останавливаю время. Так, отойди. Вернее, так. Я снова размораживаю время. Все! Ай-яй-яй-яй! Ну ты да, вот ты как бы поосторожней. Ой-ой-ой, нифига себе, еще один. Так, сейчас. А с ним, короче... О, подожди. А с ним, ну-ка сейчас... Как бы, что бы здесь сделать? Ну-ка. Посмотрите, только не в меня. Да, смотри. Да ну. Да нет. Смотрите, и сейчас, короче, я размораживаю время, телохранитель спасает, смотрите. А, ничего, ну вернулся, он что, в матрице? Сейчас, смотри. Вот, смотри. Во! Это супер красиво. Это красиво. Знаешь, типа, я испугаюсь. Смотри. И ты, короче, отбежишь. Нет, давай, встань прям на одну линию. И в последнюю секунду ты отбежишь и в него попадешь. Да, вот так, все, стой на месте. На счет три, раз. Нет, подожди, ты сейчас отбежишь на счет три. Давай, встань прям перед ним. Ладно, раз, хорошо. Два, три. Ну тебе надо было отбежать, короче. Отбегать. Так, сейчас дубль два. Так, раз. Так, сейчас. Давай. Раз, два, три. Ну, опять у тебя. Когда я говорю три, тебе надо отбегать, понимаешь, короче? Три, и ты сразу отбегаешь, короче. Хорошо. Так, окей, а теперь... О, подожди, здесь еще другой режим. Есть режим слоу-мо, смотри. А, серьезно? Почему в матрице. Боже, мне оп, нравится. И теперь нормально. Так, сейчас. Окей, еще раз. О, матрица, три. Боже, по-моему, это космос. Это космос, зачем они такие медленные? Все, пойдемте, короче, мы сейчас в режиме матрицы. Все, погнали, смотри. Мы супер быстрые, я за тобой не успеваю, ты понимаешь? За мной? Пойдем. Сейчас мы, короче, проведем еще. Тут вот как раз есть хейтеры. Let's go. Где? Там? Вот, о. Сейчас включаю в режим матрица. Смотри. Почему они так медленно летят? Итак, смотрите, сейчас будет миссия телохранителей. Это тяжело, Женя, мне так тяжело двигаться. Ты на контроле беги, короче, на контроле, понимаешь? Ферштейн. Я пытаюсь. Смотрите, слишком медленно. Смотрите, я сейчас его буду дурить. А, сейчас надурим, короче, смотрите, он целится на меня. Опа, надурили. Так, не дурим. Смотри. По-моему, ты его просто обманываешь. Не-не, смотри. Смотришь на меня? Да. Сейчас выпусти. А, оп. Сейчас, давай сагриться на тебя. Давай, на тебя сейчас сагриться. Я, короче, тебя прикрою, если прикрою тебя. Только так близко не подходи к нему, назад отойди. Ага. Ты не в креативе? Нет, я в выживании. Так, а что он на тебя не агрится? Эй, парень.
Видимо, хочет отомстить тебе просто. Ладно, тогда гась его. Так. Мимо, короче. Как? Оп, смотри. Не, ну это мега режим. Вай. Посмотри, как он медленно падает. Бу. Все, давай, вот к тому иди, который сзади тебя стоит. Я короче, тебя прикрою. Давай, беги к нему. А можно побыстрее, пожалуйста? На контроле просто беги, будет быстрее. Да я на контроле бегу. Окей. Так, все, он, кажется, тебя видит. Я чувствую себя зомби. Я чувствую себя просто зомби из Майнкрафта. Зомби из Майнкрафта. Он гасит. Телохранитель бежит на помощь, смотрите. Она прямо в меня летит. Она прямо в меня летит. Оп, прикрыл. Давай, беги. Собой. Давай, беги, короче, на него. Сейчас будет дубль 2, телохранитель. О, смотри, офигеть, вот это было мощно. Это очень красиво выглядит, но это выглядит очень страшно. Ребята, это мега круто. Офигенно, да, смотрите. О, так. Оп, прикрываем. Смотрите, блин, некоторые прошли. Так, и смотрите, последний выстрел, вот такое. Смотрите. И отжимаю, все, режим матрица. Вау, просто мощь, это супер. Не, ну по-моему, я красиво. О, еще один, давай. Знаешь, это какая-то миссия в Call of Duty есть. Все, беги, короче, туда на него. Беги. Давай. Он пока не агрился. Он заагрился. Оп, прикрыл, смотри, а? Красиво прям. Но у меня самый лучший бронежилет, короче, ребята, я прикрываю. Смотрите, я даже отбегу, дам ему фору. Смотрите, он сейчас будет стрелять. Смотрите, я отбежал. Оп. Отлично. Немножко, правда, это... Смотри, летит. Как в фильме прям, смотри. Ты видишь патрон? Май, да, я вижу. Он супер медленно летит. Знаешь, на медленная съемка? Вау, как будто не Майнкрафт, офигеть. Это супер медленно, и это не похоже на Майнкрафт, на самом деле. Есть, короче, есть еще фаста, смотри. А, серьезно? Знаешь, как будто зельки выпили такие, типа, на скорость. Пью. Все, побежали, сейчас, короче, с кем-нибудь еще посражаемся. Давай. Попробуй попрыгать, смотри, как колобок такой чисто. Пью. Нормально. О, ты побегай по этой, смотри, слушай. Ай. Бля, это прикольно выглядит. Это очень прикольно. Звук офигенский, еще и звук такой ускоренный. Так, нужны какие-то пацаны. Пацаны, вы где, пацаны? Нам нужны хейтеры. Вот он, хейтер. Смотри. Бежит. Оп. А, смотри, как бьет, послушай. Чего это будет супер? Ага, смотри, слушай. Закрути. Вау. Все, отлично. Это очень красиво. Как... Нет, теперь знаешь что? О! Есть миссия, короче, мы сейчас тебя спасем. О, я придумал, короче, как знаешь. Все, сейчас сделаем все как надо. Хочешь, короче, ребят, хотите миссию прямо из Call of Duty, где я спасу Ди? Сейчас реально будет, сейчас встретимся. Итак, ребята, миссия сейчас невыполнима. Короче, Ди похитили, и мне нужно прямо сейчас, короче, ворваться в защищенное здание и провести зачистку. Я врубаю, короче, slow motion матрицу. Все, я снова так вот бегаю. Беру, короче, пушечку, и мы выдвигаемся вперед, ребята. Все. Вон, дверь закрыта. Я открываю, короче, дверь. Подбегаю. Смотрите, они такие стоят. Бам! Просто по одному. Этот еще ничего не может понять. О, этот меня спалил. Этот тоже спалил. Бам! О, этот. Отбегаем. Так. Вот так вот. Бам! Отлично, ребята. Вы видите, все в слоу-мошене происходит. Так, предположительно, Ди находится на втором этаже. Давайте зачистим первый, чтобы убедиться, что никого здесь больше нет. У меня, кстати, если что, вы видите, жизнь не бесконечная. То есть, одна ошибка, и это может быть очень и очень плохо. Так, там вот я вижу кого-то. Блин, в матрице так сложно туда проходить. Так, сейчас вот так вот. Оп, забегаем. Привет! Пока! Забегаем на второй этаж, ребята. Бежим. О, я вижу ее ник. Она на втором этаже. Так, ребята, проникаем вот сюда. Так, забегаем. О, здесь стоят двое. Смотрите, я просто подбегаю, сейчас ему в лоб дам, смотрите.
Опа. Отбегаю вниз. Вниз. О, вы видели, как я увернулся? Так, здесь, короче, берем снова вот эту же. Это мега красиво, ребята. Голливудский фильм. Оп, одного сняли. Второго сняли. И последнего. Я его попробую так вот залупить. Так. Все, отлично. О, здесь еще один. По-моему, сняли. Да-да-да, и теперь последние остались. Вот там Ди, и я не знаю, сколько там врагов. Надо быть мега аккуратны. Так. Так, ребята, аккуратно вылазим. Одного снимаем. Второго снимаем. Третий еще не понимает, что происходит. Все, победа! Так, сейчас надо развязать. Так, и где вот у меня эта штучка? Так. Оп, все. Женя, ты мой герой. Да-да-да, все, пробрался, короче, все тут зачистил, все отличненько. Так, выходим отсюда, и сейчас мы попробуем, знаешь что, вдвоем прорваться куда-нибудь прям так же, зачистить. Давай. Ну как вообще, нормально все? Ты нормально себя чувствуешь? А, да, в принципе, хорошо, но я так испугалась. Все, отлично. Я не стрелял в них. Отлично, ребята, погнали. Изди, выдвигаемся на спецзадание. Это пушки, это волыны. Женя, я похожа на бойца. Все, мы сейчас будем бойцы. Короче, наша цель. Деревню захватили, в общем-то, хейтеры. И мы сейчас должны, как короче... Могли? И мы сейчас такие чисто выбегаем и гасим. Готово? Давай. Включается режим матрицы. Все, погнали. Давай, все, слоу-мой сразу. Слоу-моушен. Раз это... Главное, держись за мной. Я постараюсь, знаешь... Тут очень сложно. О, я вижу первого хейтера. Он пристает, короче, к жителю. Негодяй, слушай. Ну ты, если что, да, ты беги, но я, если что, я сделаю все. Опа, уже летят первые. Первые если снаряды. Если меня их там всех не перестреляют, и мне вау, нифига себе. Смотри, как летит, смотри, реально. О, житель, я тебя прикрою, я телохранитель, так. Опа, так, отлично. Воу, а где... Смотри, там еще один. Житель! Нет! Сзади! В себя стреляют! О, смотри, увернулся. Вдвоем, короче, его. Сгасили чисто. Так, бежим. Нет, ну красиво было вдвоем. Это очень круто, реально. Так, смотри, О, здесь вижу еще одного. Так, сейчас я ему приближаюсь. Давай вместе. А, ну ты подходишь. Сейчас, смотрите. Бам! Отлично. Так, где еще? Ну, зачистка. Сюда. Нет, здесь давай. Еще есть. Давай, знаешь что? Вот они стопудово за кузницей. Мой радар, короче, показывает, что они за кузницей. Давай, ты выбегаешь, и я следом за тобой. Из-за поворота. Давай, из-за поворота. Тут из-за поворота такая бежит. Давай, все. О, боже, а где они? С другой стороны. Оу! Опасненько было. Вау, это очень красиво. Ребята, за такое лайк, потому что серия телохранитель. О, все. Смотрите, и он успел выпустить и просто мимо. Они просто не долетели. О, ну-ка, сейчас здесь проверим последнего. Нет, все, походу дело чисто. Сейчас, ребята, зачищаем. Так, я отключаю матрицу. Да, все. Тут все чисто, ребята. Ну, это было, мне кажется, мега эпично. Лучше голливудских фильмов чисто. Ну, там написано как раз Майнвуд. Ну, вот да, тут снимается, короче, голливудский фильм. И, ребят, это такой голливудский фильм. Я считаю, Майнкрафт. Обязательно надо будет поставить лайкусик. Конечно. Так, ну что ж, короче. Так. Ребята, смотрите, произошла катастрофа. Людочки хана. Кто-то похитил Людочку. Мы идем. Мы идем разбираться и спасать Людмилу. Ой, я вижу, кажется, первого хейтера. Ты знаешь, что сейчас... Опа, аккуратненько. Смотри, прям тут вылетает. Давай, целюсь. О, отлично. О, это очень красиво, ты видел? О, тут еще один стрелец. Вау. Да, прям из-за угла. Такой, я сейчас выбегаю. О, тут двое. Я стараюсь бежать за тобой. Это очень тяжело. Смотрите, я прям даже... Смотрите, какой финт сделал. Смотри. Смотришь, смотри. Да, а что если... Попробуем упасть туда, короче. Не-не-не-не, смотри. А, вот мимо. Смотри, какой финт. Оп, такой разворотик.
Ты видела, я просто развернул... Ой, нифига он. Аккуратнее, ну, Женя, мы падаем, мы, кажется, летим. Так, отлично. Так, идем вот сюда. Где они? Так, смотрим здесь все, проверяем. Походу, дело они внизу. Пока чисто. Смотри, смотри, наверное... вниз, смотри. Наверное, Людочка там. Все, slow motion. Страшно. О, вот он. Вау! Я справа, ты слева. Людочка! Людочка! Вот, аккуратно в Людочку не это. О, мимо. Гаси его. Оп! Людмила, держитесь. Офигеть, они там, короче, гасят. Теперь у меня патрончики. Так, сейчас вот так. Оп. Давай, чуть-чуть возьми. Оп. Одолжу чуть-чуть. Не-не, нормально. Оп. Все, отлично. Аккуратно в Людочку. Отлично, мы ее спасли, Людмила. Ура, теперь не надо платить за аренду. Ох, ламончики, спасибо, конечно, вообще самый the best of the best. Лайк-то, ребят, поставили? Нет, давайте ставьте за вот этих супергероев, а вот хейтеры супер отстой прям. Не, ну в натуре. Конечно, обязательно лайкусики, это заслуживает зачем. Не, ну это простите, мы тут ворвались, просто все зачистили. Если вам такой контент про супергероев, про телохранителей спасибо. Будет нравиться, заходить. Так, сейчас спасем. Сейчас только. Так. Оп. Так, в общем, если вам такой будет контент нравится, то, конечно же, будет больше серий на данную тематику. В общем, дорогие друзья, чтобы, значит, все было круто, ставьте прямо сейчас лайк, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, пишите свои комментарии, на лайк да. Обязательно. И напишите, как вообще справился с ролью телохранителя. Мне кажется, там вот где прикрывал, знаете, вот так вот прям, это прям было вообще the best. Очень героически было. Все, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока. Пока-пока.